Вторая половина XIX века для России, сильнейшей мировой державы, вставшей на путь модернизации и реформирования общественно-экономического уклада, была знаменована динамичным развитием. В это время Осетия, ставшая частью Российской империи веком раньше, пыталась интегрироваться в новое пространство, адаптироваться к глубоким изменениям. Шел процесс становления осетинской нации, роста и формирования национального самосознания и культуры. Огромную роль в этом процессе суждено было сыграть епископу Иосифу Чепеговскому и объединившейся вокруг него осетинской интеллигенции. Говоря об Иосифе Чепеговском, о епископе, мы можем говорить о личности не только в масштабах Северного Кавказа, но и в масштабах России. Это действительно тот человек, который для второй половины XIX века для Осетии сделал огромное дело в просвещении, в духовном просвещении, в интеллектуальном просвещении края. Не только Осетии, даже всего можно говорить Северного Кавказа. Значимость фигуры епископа Иосифа не ограничивается только его активной миссионерской деятельностью, за которую его называли апостолом Осетии. Глубокий след в истории национальной культуры оставила его работа в области перевода богослужебной и учебной литературы на осетинский язык. Некий неизвестный автор журнала «Черштунсарт», дореволюционного журнала, который издавала церковь, описал так вот художественным языком вклад Преосвященного Иосифа Чепеговского в трудах на благо Осетии таким вот словом. Он говорит, как солнце выглянуло после дождя. Так было явление Преосвященного Иосифа в Осетии. Вот я думаю, что этим словом его современников практически многое объясняется о его вкладе, о его трудах, которые он здесь положил на этой земле. Епископ Владикавказский Иосиф, в миру Иван Иванович Чепеговский, родился 14 ноября 1821 года в семье украинского священника. Образование он получил в Херсонской духовной семинарии и Киевской духовной академии, имел степень богословских и словесных наук. В 1847 году судьбоносная ошибка привела его на Кавказ. Иоанн был прислан высшим начальством на место инспектора Телавского духовного училища, но должность эта была занята, и почти полгода он скитался по незнакомому Тифлису без работы, пока не получил назначение на место законоучителя Закавказского института. Вскоре Иоанн был рукоположен в сан диакона, а затем в сан священника. В 1853 году его семью постигло несчастье. Во время родов скончалась жена Варвара, и он остался один, с малолетними детьми на руках. Спустя время священник принял монашеский постриг, был наречен Иосифом, и с этого момента Господь повел его осетинскими тропами. Он тих, кроток и незлобив, как ветхозаветный Иосиф, пусть и носит его имя – архимандрит Израиль Лукин. В 60-е годы XIX века в этом храме был настоятелем известный церковный деятель, архиепископ Иосиф Чепеговский, которого называют апостолом Осетии. Родом он был с Крыма. Честные останки упокоятся в Новоспасском монастыре в Москве. Это был великий церковный деятель. Он настолько полюбил наш народ, настолько проникся идеей проповеди в нашем народе в основе христианства, что изучил осетинский язык и был автором первого катехизиса на осетинском языке, составил букварь, ну и прочие светские духовные книги. Вот. Иосиф Чепеговский был и талантливым проповедником, и смиренным аскетом-монахом. Иосиф Чепеговский вспоминал, что в первый приезд нашел православие в довольно удовлетворительном состоянии только в двух осетинских аулах – Владикавказском и Ордонском. Деятельность архимандрита Иосифа протекала в сложных условиях модернизационного перехода от традиционного уклада к новому индустриальному обществу. Это был период, когда Осетия только начала интегрироваться в общероссийское пространство,
и огромную роль в этом сыграла православная церковь. Иосиф Чепеговский начал свою деятельность в 1857 году управляющим приходами военно-осетинского округа, а позднее стал первым епископом образованной Владикавказской епархии, к тому времени уже практически независимой от грузинского экзархата. Роль его трудно переоценить. Уже даже современники, и особенно потомки, называли его апостолом Осетии. Допустим, в своей речи на юбилее общества восстановления православного христианства на Кавказе городской голова Гапобаев именно так его охарактеризовал, как апостол Осетии. В чине управляющего осетинскими приходами, причтами, в его обязанность входило инспектировать учебные заведения. И вот в этот момент что-то происходит в его осознании, в его душе, в его таком вот пастырском сознании. Что делать дальше мне, вот для Бога? И здесь он начинает понимать, что нужно знать язык. Язык тех, кому ты говоришь о Боге. Миссионерская и культурно-просветительская деятельность архимандрита Иосифа была тесно связана с Осетинской духовной комиссией и пришедшим ей на смену обществом восстановления православного христианства на Кавказе. Под эгидой общества создавались приходы, переводились богослужебные и учебные книги, строились храмы и школы. Это были такие, можно сказать, миссионерские храмы, небольшие по своей площади, в большей частью в горных приходах, в горных селах. И к моменту его назначения на должность эти храмы уже находились в упадке. И среди его забот в деятельности было как раз-таки и приведение этих храмов в нормальное состояние, для того, чтобы можно было хорошо совершать богослужение, для того, чтобы при храмах обязательно были школы. Архимандрит Иосиф прилагал большие усилия для школьного строительства. Он сам составлял черновики планы и контракты по постройке школ. Несомненной заслугой общества восстановления православного христианства на Кавказе было то, что в кратчайшие сроки в Осетии сформировалась система начального образования. Именно во время архиерейского управления Иосифа Чепеговского в Северной Осетии уже насчитывалось 30 школ, в которых обучались 542 человека. Период его деятельности приходится на существование духовного училища во Владикавказе. К сожалению, оно просуществовало очень недолго и при нем было закрыто, но он до конца боролся за его существование. Это училище, которое дало многих выдающихся людей в Осетии. Он смог собрать вокруг себя многих уже на тот момент хорошо образованных осетинских священников. Это Яксо Колиев, Соломон Жускаев и многие другие. Гапобаев, характеризуя деятельность духовенства Осетии во второй половине XIX века, отмечал: «Работа, выполненная осетинским духовенством, огромна. Вся Осетия покрылась в настоящее время храмами Божьими. Богослужение происходит уже во многих церквах исключительно на родном языке, и великие истины евангельские начали проникать в сознание народных масс благодаря проповеди церковной. Все время шла борьба с суевериями, с полудикими обычаями, со знахарями, с многоженством, с разорительными обычаями вроде колыма, поминок, с бесправным положением женщины». В январе 1887 года на Осетинской слободке во временном помещении в доме Мамулова было открыто Владикавказское духовное училище, переведенное из Моздока. В октябре того же года в селении Ордон было открыто Александровское Осетинское духовное училище, в котором епископ Иосиф совершил молебен и чин освящения. Ордонская семинария стала настоящей кузницей кадров национальной интеллигенции. Вторая половина XIX века стала временем возрождения осетинского народа. В 1860 году Владикавказ из крепости стал городом. Появились другие значимые населенные пункты, такие как Алагирская слобода, где был Алагирский собор. Было этнически смешанное население, тяготевшее к городскому промышленному образу жизни. Активное строительство железных дорог в целом по России способствовало большей мобильности людей, эффективному проникновению и перемещению информации.
Горная Осетия, конечно, она тоже покрывается сетью дорог более-менее проходимых, но здесь, к сожалению, свои естественные особенности, где на период снегопадов все некоторые ущелья перекрывались. Допустим, то же самое Зарукское ущелье, где существует древнейший храм, один из древнейших храмов на территории России, Зарукский храм, то вот это ущелье на полгода практически бывало отрезанным. И таких примеров масса. Но, тем не менее, даже вот в таких, казалось бы, удаленных уголках основываются церковно-приходские школы, где преподавателями выступали сами священники. Территория делится на благочиние, это для того, чтобы более удобно было управлять. И, конечно же, появляется вот эта вот плеяда национальной интеллигенции. Остинская интеллигенция, остинское офицерство, священство остинское. Все это вот такие всходы. Как пишет апостол Павел. Павел посадил, Аполлос поливал, Бог возрастил. Апостол Осетии. Так его называли в большей степени из-за его активной переводческой деятельности. 26 апреля 1860 года архимандрит Иосиф образовал и возглавил комитет по переводу богослужебных и учебных книг на осетинский язык. К работе в комитете он привлек наиболее подготовленную часть осетинской интеллигенции – священника Михаила Сухиева, диакона Алексия Аладжикова, учителей Соломона Жускаева, Василия Цураева, Георгия Караева, Георгия Кантемирова. Общество восстановления христианства, пришедшее на смену Осетинской духовной комиссии, принимало активное участие в этой деятельности и поддерживало ее финансово. Первый букварь владыки Иосифа, первый словарь тоже принадлежит его труду. И мы уже не говорим о литературе, книгах, которые использовались в чисто церковном обиходе. Это нотный обиход, это часослов, это требник первый. Ну, большой список того, что стало итогом деятельности этого человека, подвижника. Наверное, не все знают, а все должны знать, что Иосиф Чепиговский, он был вообще создал первую осетинскую азбуку. Вот. И катехизис, по которым не одно десятилетие обучались дети в осетинских школах, церковно-приходских. То есть вот люди в Южной и в Северной Осетии, они учились по азбуке и по катехизису владыки Иосифа. В 1861 году архимандрит Иосиф писал, что сами осетины так внимательны и понятливы, что по прочтении им по-остински один раз молитвы, они общим голосом повторяют ее тотчас, почти слово в слово, и даже сами объясняют себе смысл некоторых выражений. За короткое время, буквально 20 лет, с 1860-го, да, вот по 80-е годы 19 века, вот комиссия, которую создал владыка Иосиф, она проделала просто грандиозную работу. Были переведены практически все тексты богослужебные. Когда вот дорабатывался текст Даниила Чонкадзе, текст божественной литургии, там не хватало молитв, основных молитв, например, вот молитва Святому Духу, Царю Небесному, молитва Пресвятой Троице, Отче наш. И Иосиф Чепиговский является переводчиком этих молитв. Те переводческие его труды переписывал каждый вот буквально текст по нескольку раз, доводя его до совершенства. Общался с остинским духовенством, спрашивал их, как воспринимаются на слух те тексты, которые он пишет. Насколько они понимаемы современниками. При Иосифе Чепиговском, Преосвященном, появляется огромное количество вот национального духовенства. То есть остины при нем становятся священниками, диаконами. Они входят в притч церковный, в проповедь остинскую. Эти люди служат на родном языке. Часто нам задают вопрос, а почему не использовать те тексты, которые до революции были? Дело в том, что эти тексты были переведены, и были колоссальные усилия, конечно, приложены для того, чтобы они появились. Но не хватило времени на апробацию и исправление этих текстов, потому что не было еще корпуса словарей, не были принципы осетинской вообще грамматики еще сформулированы. Практика перевода была другой. И многие тексты
те старые тексты, они часто не соответствуют законам правильной осетинской речи часто, да. Вот многие переводчики, они старались даже порядок слов не нарушать. А вот при таком переводе, конечно, очень сложно как бы гармонию и правильность речи, да, другого языка сохранить. Именно вот это вот его наследие, которое он успел оставить в качестве переводчика богослужебных книг, на нем вот сейчас, допустим, базируется тоже работа современной комиссии по переводу священных текстов на осетинский язык. То есть это наследие никуда-то не ушло в прошлое, не просто считается наследием, а именно это как такой вот базис, на котором уже в дальнейшем можно было осуществлять полноценные переводы на современный осетинский язык. Одним из самых значительных трудов Иосифа Чепеговского был осетино-русский и русско-осетинский словарь, над которым он работал 23 года. Профессор Всеволод Миллер, специалист по осетинской лингвистике, писал ему: «Удивляюсь искусству, которого вы достигли в осетинском слоге». Сам Преосвященный вспоминал: «Два года египетского труда стоило мне это издание. По 3-4 раза приходилось исправлять одну и ту же корректуру. Наборщики русские осетинского языка не знают. В месяц едва набирали 8 страниц. Труды мои совершались в одиночестве, в уединении кабинета, и никто не знает, как они тяжелы». С именем Иосифа Чепеговского связана еще одна важная страница жизни осетинского общества. Он выступил против выселения осетин из Владикавказской крепости. Он называл действия кавказских властей необдуманными и оскорбительными для чести народа, утверждал, что выселение осетин повредит распространению православия в регионе. Благодаря заступничеству епископа Иосифа около 30 семейств осетин были оставлены во Владикавказе. Как Господь его готовил для этой земли, направлял его сюда, и даже было время, когда он по своему личному прошению оставил должность управления осетинскими приходами. Он был благочинным грузинских монастырей, но так Господь благоволил, что он его возвращает назад. У него были сложные отношения с церковным начальством. До конца мы не знаем, что стало причиной, но он действительно покидает свой пост и отправляется простым, если не ошибаюсь, настоятелем монастыря в Грузии. И вот какой-то период он действительно оказывается отрезанным от Осетии. До 1875 года, когда образуется Владикавказская епархия. И когда решили, что да, удобнее управлять осетинскими приходами, сделав епархию, то вопрос, а кто же будет епископом? И, естественно, достойнее его, человека более знающего края, чем он, и еще и знающего язык, естественно, не нашлось. Это был не просто администратор, это был человек вот, творческий, талантливый, то, что можно говорить, миссионер. Он здесь служил, он здесь жил. Он, ну, для меня это вот, вот такая вот истина. Он стал осетином. Одним из факторов, который, может быть, нам подскажет и подтвердит это мнение, это то, что, отправившись на покой, он даже год не прожил, отдохнув, так сказать, от своих трудов. Многолетнее миссионерское служение, напряженный труд, перенесенный тиф подорвали здоровье епископа Иосифа. И в июле 1889 года, по его прошению, он был уволен на покой в Московский Новоспасский монастырь. 25 июля 1890 года Иосиф Чепеговский скончался и был погребен под алтарем Преображенского собора Новоспасского монастыря. Он не был наместником монастыря. И, наверное, мало кто знает, почему он был определен сюда, как вот на покой. Доживал уже свои дни святые и был захоронен здесь. Но так вот получилось, что он, выполнив свою миссию, много лет посвятил просвещению православных осетин, тогда они уже стали православными, он почему-то свои дни закончил в этой святой обители. Похоронен он был с почестями, похоронен в главном храме монастыря, в нижней его части. К сожалению, могила его не сохранилась в силу того, что мы знаем, 20 век совершенно был другой в церковной своей политике. Но уже в начале 2000-го
в начале 2000-х годов ему установлена в этом храме мемориальная доска, где перечисляются все его регалии, ну и самая, наверное, основная, о которой не забывали и его современники, и его потомки, о которой помнят сейчас, это то, что он являлся действительно как апостолом Осетии, то есть тем человеком, который заложил вот это вот семя, и которое это православие, и семя это дало свои положительные плоды. У Бога нету различий в нациях, у Бога нету лишних народов, людей, но есть некая специфика. Как Николай Японский для японцев был, как Стефан Пермский для зырян, как Иннокентий Коломенский для своих северян народов, инородцев, как их тогда называли. Он стал своим, он стал местным. Самоотверженное, многотрудное служение первого епископа Владикавказской епархии нашло отклик в сердце осетинского народа. И сегодня потрудиться надо нам, ныне живущим здесь. Широко известны имена тех, кто светом Христовым просвещал Восток и северные народы. Но мало кто за пределами нашей республики знает, что здесь, в маленькой Осетии, когда-то совершил апостольский подвиг выпускник Киевской духовной академии, учитель Тифлисской духовной семинарии, овдовевший священник Иосиф Чепиговский. Апостол Осетии.